Фестиваль красок «Хули Дэнс» прошел в Черкесске. Зажигательные танцы, веселые конкурсы и незабываемые впечатления для детей. С яркими подробностями Майя Хамдохова. Ярко-красочное событие стало для детей настоящим праздником. Танцевальный фестиваль красок Юга России «Хули Дэнс» подарил массу впечатлений. Сплотить воедино детей и взрослых, устроить им веселые игры с красивой патриотической песней – основная цель организаторов праздника. Каждый город по-своему выделяется, в Черкесске особый колорит, и очень дети активные, потому что в некоторых городах их сложно раскачать, развеселить. Здесь они, наоборот, заряжают нас позитивом, заряжают энергией, и нам очень просто проводить фестиваль, мы сами получаем удовольствие от этого. И то есть даже не мы веселим детей, а, скорее всего, они нас. По словам самих участников фестиваля, такое яркое событие еще больше поднимает их летнее настроение. Поиграть с друзьями, осыпать их разноцветными красками, улыбаться и веселиться – это все, что надо детям. Вы первый раз на фестивале красок? Я первый. Я здесь второй и один раз была в лагере. И как вам нравится? Мне очень нравится. Конкурсы, мне нравятся танцы и, естественно, краски. Для создания цветных красок используется крахмал или кукурузная мука с некоторыми добавлениями пищевых красителей, которые легко отмываются, биоразлагаемые и абсолютно безопасные для детей, говорят сами организаторы, которые не один год устраивают такие мероприятия. Какого цвета краски вам попадались? Синего, оранжевого, желтого. Все цвета, там все желтые, красные, синие, все абсолютно фиолетовые, все цвета были. Еще придете на такой красивый фестиваль? Да, конечно, да, придем. Если немного уйти в историю появления разноцветных красок, легенда гласит, что данное мероприятие устраивали в Индии, где каждый цвет красок имеет определенное значение. Люди демонстрировали танцы и игры в честь победы, добра над злом и наступлением весны. А вот участники шоу в Черкесске уверены, что добро побеждает зло во все времена года. И пусть такая традиция сохраняется вечно. Да здравствует лето, самое жаркое, красочное и яркое. Майя Хамдохова, Михак Аркелян, Вести, Карачаево, Черкесия.